Похоже, морозоустойчивость россиян не безгранична, и они готовы взять отпускной реванш после затяжной русской зимы. Летняя программа авиакомпании «Трансайр» в этом году выросла на 20% по сравнению с прошлым летом и достигла абсолютного рекорда. Компания начинает обслуживание сразу 190 маршрутов. Например, в США и Мексику из терминала А во Внуково будут летать дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты «Боинг 747». Всего из Внуково «Трансайр» выполняет полеты по 30 направлениям, в том числе по государственной субсидированной программе дальневосточных перевозок. На внутренних рейсах у «Трансайра» те же современные «Боинги» с новейшими салонами и индивидуальной системой развлечений.